Здесь у нас ничего. Итак, какой-то сейф. И пароля мы не знаем. Кнопочка моргает. Воу! Чё за психодел? Это жесть какая-то. Воу! Девочка из звонка. Так, друзья, я, кажется, начинаю въезжать. Эти первые цифры. Наверное, есть пароль. Там было 5, 3, 6. 1. Два. Так, 5, 3, 6, 1, 4, 2, да, так. Давайте попробуем. 5, 3, 6, 1, 4, 2. Все до боли просто. Но ключ. И. И от чего? Скажите и покажите. Так, с чего он там говорил про подвал, да? Опять в эту темноту пришли. Так, а там у нас завалено, да? Doors locked. Doors locked. Doors locked. Doors locked. Чё, ключ ни к чему не подходит, что ли? Doors locked. Doors locked. Чё, от той комнаты охрана, что ли? Я думал, от камеры будет почему-то. Угу. О, что за фигня? На стене это. Так, спички.
Так, что здесь помечено? 12, 7, 6, 1 и 2. Помеченные какие-то. И чё? Так, давайте 12. Так. Чё там? 12, 7, 6, 1 и 2. 12, 7, 6, 1 и 2. Где там? Так. А. 12, 7. А на них кнопок-то и нету. Нормально? О! Так, 4 загорелось. Че нажимать-то? Че тебе? 3. Не знаю, чё нажимал, понажимал. Давайте все сейчас включим. Так, так. Как говорится, методом всемирного тыка. Да, что ты? Воу. И чё? Всё, что ли? Мы разгадали? Ладно. Да будет так. Пусто, что ли? Пусто. Так, здесь вообще завалено все. То что? Jonathan. Что за? Воу-воу-воу, Сара? Джонатан! Чё происходит? No, и я двигаться не могу. No, please. Please, no. Сара? What the hell? Что за черт? Ты не говори-ка, Джонатан. Вообще как это... О, да ладно, хоть дверь открыта. И остальные нараспашку, все двери. Пусто. Так.
Так, все пусто, что? О, что-то есть. Записка. Я хотел помочь, но не получилось, извини. К чему? Self кно. Оу. Ключ от библиотеки. Отлично. Итак. Библиотека. Где он говорил, библиотека находится? Я уже забыл, если честно. Джонатан, почему ты не бегаешь? Так, теперь где у нас библиотека? Так, а мы, знаете, где не были еще? Мы не были вон там на втором этаже. Кстати, мне кажется, ли стало посветлее? Что за? А, ну там мы ходили, да, походу? Да. Мы там туда очнулись. Сверху. А, ну по этим верхушкам, как обычно в тюрьмах, охрана ходит. Смотрители, охрана. Да-да, которые наблюдают там, если что. Какие-то непонятки происходят. Сразу встревают. Так, здесь что у нас? Спички здесь. Нет. Заперто. Так. Да чтоб тебя. Этот гром меня уже третий раз напугал. Третий раз. Наверное, самое страшное за всю игру. Не считая пару раз там. Это гром. Так. И куда нам? Ой, да ладно. Боже мой. Это опять Рой. No, please. Так, друзья. Рой снова нас поймал. И мы снова очутились там в той гравитации. И чтобы ее не смотреть, то же самое. Я ее, короче, удалил.
Так, ну, к комнате директора мы, короче, больше пока не подходим. What am I supposed to do now? Door's locked. I need to go back and talk to Ben. Поговорить с Беном. Так, я надеюсь, нам... Да что ты? Дверь-то открой. Эй. Нет. Ты не хочешь дверь открывать? Чё за нафиг? Так, друзья. У нас есть ключ. Я не знаю чего. Но. У меня есть одно предположение. Вот этой вот. Вот. Она открыта уже сама по себе. Ха. Интересно. Девки пляшут. Так, эта дверь закрыта. Вот она, библиотека, что ли? А, нет, это медпункт, где мы вначале были. Так, здесь ничего не подойти, записки старые, да? Да. Там, короче, еще одна дверь, она была закрыта. Вот она и есть, наверное, библиотека. Да. Фига, так переместился резко. Так, главное, чтобы здесь не было Роя. Ты не хочу еще раз в гравитацию попасть. Такс. Настраиваем частоту. Бен, отзовись. Here, я тут, Джонатан. Где скрытый проход в директорскую? Джонатан, смысла нету уже. Мы опоздали, и я настоятельно тебе не рекомендую не заходить в директорскую. А, заходить в директорскую. Где дверь, Бен? Давай я расскажу тебе историю. А потом, если после этого еще захочешь узнать, где дверь, я тебе покажу место. Много лет назад 5-летний мальчик... попал в автокатастрофу со своими родителями. Родители умерли, но мальчик чудесным образом выжил. Ты знаешь, что значит диссоциативное расстройство идентичности? Нет. Но эти истории могут подождать.
Из-за шока у мальчика включилась психологическая защита, при которой человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посторонним. И он придумал себе друга, у которого семья умерла в автокатастрофе. С этого и началось диссоциативное расстройство идентичности, то есть раздвоение личности. Вымышленный друг стал полноценной личностью. Когда одна из личностей становилась доминирующей, она захватывала полный контроль над телом мальчика. Со временем другие личности начали вторгаться в их мир. С помощью своего воображаемого друга мальчик создал тюрьму. Где другие личности будут под замком. Мальчик с другом управляли этим местом, чтобы никто из других личностей не вылез бы наружу. Мальчик вырос и забыл о личностях, запертых в его подсознании. Но его подсознание продолжало создавать и развивать новые личности. Прошли годы, мальчик влюбился и женился. Из-за семейных ссор и проблем у него опять начались приступы раздвоения. Одной из личностей, созданных его подсознанием, была женщина, которая влюбилась в мальчика и хотела, чтобы он жил с ней в его же придуманной тюрьме. Она придумала план взять верх как личность, стать хозяином тела мальчика, убить его жену и сдаться властям как психически неуравновешенный, чтобы избежать смертной казни. И в конце концов, она выбирает личность, которая заберет на себя мучения психиатрической лечебницы и жить мирно и счастливо со своим возлюбленным. Теперь понимаешь, что происходит? Бен, ты имеешь в виду, что я тот мальчик? Да. Нет, я в это не верю. Список проживающих в тюрьме, который ты взял из комнаты охраны у тебя, взгляни на него. Не видишь ничего идентичного? Все буквы в именах других личностей взяты из твоего имени. Но твое имя тоже в этом списке. Да, мой друг, я твое первое творение, твой воображаемый друг. Мы вдвоем построили это место. Потом ты все это забыл, но я нет. А Натали, или как тут ее зовут, мама, и есть та девушка, которая хочет убить твою жену. Бен, кажется, я вспоминаю. Мне надо спасти Сару. Где дверь, Дэн? Джонатан, я настоятельно тебе рекомендую не ходить туда. Ты уже не спасешь Сару. Где эта чертова дверь? Второй этаж, прямо перед лестницей. Там книжный шкаф, ты поймешь, как открыть. Жесть, друзья. Такой поворот. Теперь, кстати, объясняет та надпись, которую мы видели в камерах, то, что было написано там, это все в твоей голове, в твоем разуме. Теперь понятно. У нас раздвоение личности, и мы копаемся в своем разуме, я так понимаю, чтобы как навести порядок, что ли, или заперты в своем разуме.